Друзья, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Хорошая коробка, большая, толстый картон. И здесь хорошо я слышу упаковано. А что здесь? Ну ты, конечно же, уже прочитал. Жесткий диск. Поставь сразу лайк. Тебе это бесплатно, а мне приятно. И подпишись на канал, если ты еще этого не сделал. И бубенцы также поставь. Спасибо, бро! Ну а внутри у нас был вот такой вот жесткий диск, вот в такой вот упаковке. Она у нас какая-то пластиковая, давно я такого не видел. И вот самое что интересно, что в коробке было все хорошо упаковано. А вот внутри здесь, видите, он шалтай-болтай, то есть... Неужели не могли сюда какую-то пупырку положить или даже ту же бумагу какую-нибудь? Ну ладно, давай откроем, посмотрим. Значит, вскрыли мы пакет. Здесь у нас есть вот такой вот сразу кабель SATA красный. SATA 2, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот так вот это все выглядит. Значит, фирма у нас оказывается Samsung. Я даже не знал. Хотя написано, что это продукт China. Видите, вот China. Значит, серийный номер здесь, пиновский номер и модель какая-то вот 320DM. То есть это на 320 гигабайт. Довольно увесистый. Здесь это выглядит все вот так вот. Какая-то наклейка в warranty какой-то. Не знаю, что это такое. Здесь все выглядит вот так. Тоже какой-то продублированный номер. Здесь пайка вижу хорошая. Блин, какой он тяжелый. У меня вроде бы... А, у меня же SSD стоит. Я и забыл. Думаю, почему у меня SSD-то? Она-то легкая. И не такая-то большая, ё-моё. Подзабыл. В общем, здесь вот это вот разъем для питания. От материнской платы. Здесь какой-то QR-код. Крепление. Ну, выполнено достаточно хорошо. Warranty void if removed. Не знаю, что это означает, кто знает, напишите. Ну, в общем, видно, что это такой реально самсунговский, походу, продукт. Поэтому ссылка будет, как всегда, в описании, друзья. Стоит он, в принципе, дешево. Мне уже места не хватает. Я это докупил, так как уже видео негде хранить свои. Поэтому вот такой вот купил Samsung. Хотя, когда покупал, даже не знал, что это будет именно эта фирма. Что, пошли подключать, проверять. Смотрим дальше. Так, друзья, значит, разобрал я свой комп. Здесь очень-очень много пыли. Не знаю, как еще комп мой работал, но здесь просто года три я ничего не чистил. Просто забыл, и некогда было. Вот такая материнка, сейчас все пропылесосим пылесосом. Включаем. Друзья, почистил я, и смотрите, в чем прикол. Вот это мой жесткий диск, а это вот это. То есть он намного толще, а у меня намного тоньше, видите? И он просто-напросто вот сюда не влезает. Ну, так его кинул, потому что болты не достают, будет лежать просто на полке. В общем, почистил я все тут красиво, более-менее стало. Щеточкой почистил. Друзья, что вы думаете? Как мы видим, вот мои два забитых жестких диска, а вот это вот именно тот жесткий диск, который мы приобрели. Значит, здесь есть у нас зарезервированная системой. Ну, это нормально для Windows. Здесь, я так понимаю, у него... стоял Windows, и он поделил просто типа диск C, диск D, вот как у меня. А этот обычно он в системе скрытый. Ну давай посмотрим, что внутри. Видим, у нас 146 гигабайт, и здесь 151. То есть на 320 у нас гигабутов. Да, это у нас Windows здесь был установлен. Как я понимаю, у нас был ноутбук Hewlett-Packard. Да, я был прав, вот логотип. Здесь у него есть какая-то игра, папка пустая. Есть... Program Files, кодеки, Realtek, Opera, Winamp, Яндексы, Nokia был, наверное, телефон, Nokia C-Suite. То есть мы так понимаем, что этот чувак использовал Nokia в 2014 году. Есть пользователи, есть гость, рабочий стол, Google Chrome пользовался также в 2014 году. И есть какой-то отчет Excel. Так, то есть мы знаем, что у него стоял уже Windows 7. Вот здесь также есть какие-то смысловые картинки. То есть у нас чувак, мы понимаем, что был философ. Отлично. Если можно вообще, знаете, как сделать? Можно тупо открыть браузер Google Chrome и посмотреть даже его историю. Так как в папке Windows это все отображается по любасу. Даже Word у него есть, DVD Maker. Даже на ноутбуке был DVD-привод, что является очень-очень старым.
Ладно, переходим дальше в папку H. Здесь у нас какой-то заблокированный файл. Есть у нас КС-ка 1.6. Чувак любитель был в игру поиграть. Можем даже зайти посмотреть, какой был у него ник. Но, увы, самого лаунчера я почему-то не вижу, потому что, наверное, он... Не, ее можно как-то запустить, но почему-то я вот нажимаю, но это значок, видите? А, вот, приложение, походу, вот это. Да, сейчас просто-напросто посмотрим, какой был у него ник. А ник у него был 7bplayer. Ну, это, скорее всего, стандартный. Но опять же, это Half-Life, возможно, он в него просто-напросто не играл. А играл в КС-ку, но КС-ке, к сожалению, ярлык пропал. Вот он должен быть здесь, но увы. Здесь тоже, те видите, значок, то есть он не запустится, и здесь значок. Самого лаунчера нету. Есть также еще две игры. Stronghold Crusader 2. Это установка, а это сама игра. Я так помню немножко, это как какая-то там, типа, казаков игра, там, стрелялка, короче, только... В виде третьего лица, по-моему. Ну, вид сверху такой. Ага, вот. Какой-то Вадовский. Какие-то девочки. Какие-то фотки. Да ладно, чуваки. Я нашел одну фотку. С одной девочкой я встречался, а другая моя одноклассница. Офигеть. Они еще и знакомы. То есть мы понимаем, что он знает даже моих знакомых. Есть у нас загрузки. Пользовался он торрентом. Куча документов с офиса. Неужели так сложно было это все удалить? Есть какая-то заявление, заява. Задание отдела, страховая компания. Я так понимаю, он был ментом. Отчет без ошибок. Квартал. То есть, видите, он уголовная конфа, что-то уголовная конфискация задания. Да, я был прав. Вот видите, по датам все у него. Видите, по датам у него здесь все пронумеровано. Доведы, эксперты, проверки, прокуратура, архивы. В общем, здесь материала можно до завтра читать. В общем, мальчик любил очень знакомиться с девочками. Вот здесь очень много фоток. Конечно, они все будут заблюрены, но я вам говорю, как есть. Здесь также какие-то сканы документов, какие-то... регистрация и так далее. Здесь даже есть его сертификат, кем выдан. И это все было, друзья, в 2011 году. Также нашел доверенность, нашел какие-то пароли, сверка адресных данных. Также он пользовался программой Zone Download. Это типа фильмы там смотреть. Также есть куча изображений. Тут есть как голые, так и нормальные. Короче, парень на девушках был помешанный. И тут его фотки, тачки, где он тут отдыхает. В общем, забавная информация. В общем, мы выяснили, что у него был Windows 7, ноутбук Hewlett Packard, что у него есть жена, что у него есть ребенок, что он работал или работает... либо в полиции, либо на тот момент в милиции, связан с документами, с какими-то рабочими материалами, и у него есть машина Нива. И он любитель поиграть в Counter-Strike. Все. И есть также его фото, где он везде, с родителями и так далее. Чувак, ты мог это удалить? Зачем мне это все нужно? На этом все, друзья. Когда вы продаете свой жесткий диск, обязательно его форматируйте, чтоб не попасться вот так мне в руки. На этом был я. Ставь лайк за правду. Всем пока.